Друзья, приветствую! Мы хотели бы поделиться с вами информацией. В 2020 году мы проводили в церкви «Миссия Свет Христа» конференцию «Как воспитать Божьих чемпионов» с участием Бекки Фишер, это основателя международного служения «Дети в служении». И конференция проходила 3 дня. И мы хотели бы, чтобы вы ознакомились с этими видео для того, чтобы получить ответы на волнующий, мне кажется, каждого родителя вопрос, как воспитать сильного в Боге, верного, посвященного Божьего чемпиона. Поэтому смотрите эту конференцию, оставляйте свои вопросы, пишите нам на наш имейл детского служения, и мы будем рады с вами познакомиться и ответить на все вас интересующие вопросы. Божьих благословений!